В обнимку с батареей. Так сейчас проводят время обезьяны в Гродненском зоопарке. С приходом холодной погоды они перебрались в закрытые вольеры. А вот амурские тигрята, наоборот, вовсю веселятся на улице. И это несмотря на 6 градусов тепла. Они, можно сказать, дождались. Такая температура воздуха оптимальна для всех крупных кошек в Гродненском зоопарке. Удивили альпаки. 3 недели назад у них родилась маленькая Джига. И, кстати, под открытым небом. Малышка не боится холода, и ее можно увидеть в открытом вольере. С началом отопительного сезона в зоопарке начали переходить на зимний режим. Большие порции и белковая пища. В холодный период у животных особое меню. Когда наступает более холодный период, у нас животным рацион увеличивается. То есть мы даем более питательные корма, потому что, ну, естественно, при холоде идет большая потеря энергии у животных. Ну, многие животные такие, вот как амурские тигры, там, сычуаньский токин, северные олени, допустим, вообще они эту погоду прекрасно переносят, она для них температура комфорта, можно сказать. Они от жары нашей отдыхают. У теплолюбивых животных сократилось время прогулок. Из помещения они выходят только на время уборки клетки. При этом двери всегда открыты. Обитатели сами решают, где находиться. К тому же сотрудники зоопарка подкладывают в клетки лапник, чтобы животные устраивали себе теплое укрытие. Но вольеры не опустели. С приходом осени в зоопарке есть на кого посмотреть. Медведи вот у нас уже начали делать берлоги, то есть мы уже вот сейчас им начинаем подкидывать стройматериал, потому что они уже стали готовиться к зимней спячке, они уже практически неохотно выходят гулять, то есть вот их не увидишь. Всех остальных животных можно увидеть, если не в наружных вольерах, то во внутренних вольерах, потому что теплолюбивые млекопитающие у нас обозреваются сейчас в помещении, обезьяны у нас тоже открыто внутренние помещения. К слову, гродненцы и сами могут принять участие в составлении зимнего меню для животных. Ненужные кабачки или тыкву можно привезти в Гродненский зоопарк. Здесь такое лакомство точно не залежится. Юлия Косила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.